Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык, и сегодня я наконец-таки решил начать играть в Майнкрафт. Так, вот я только что создал мир, пока буду играть в одиночной игре, потом, может быть, подключусь к какому-то серверу, но пока мне, понимаете, надо разобраться вообще, что и как в Майнкрафте. Ну, как основы-то я знаю, вот. Спасибо видео на ютубе. Основы я знаю, ну как, самые базовые такие. В общем, в чем суть игры, сейчас немножко расскажу. Если вдруг кто не в курсе, что это за игра такая, хотя я думаю, я один, наверное, не в курсе был такое долгое время. Так вот, суть игры в том, чтобы выжить. Это, конечно, круто, вот. То есть, выжить, развиться, построить себе дом, жилище, убежище. И начать, ну, я не знаю, вырастить там ферму. Вот, что еще тут можно сделать? Я не знаю, что тут можно еще сделать. Ну, в общем, наверное, что-то еще тут можно сделать. В общем, я знаю несколько рецептов майнкрафтовских. То есть, как тут что крафтить. Вот, ну, там, самые базовые, там, кирки... Меч, лопата, верстак. Ну да, собственно, где все это можно сделать. Вот, курицу. Курицу убьем. Так, в общем, это первый день. Игра построена по принципу, есть день, есть ночь. Вот днем вроде бы безопасно, то есть никто тут, никакие мобы не ходят, никаких зомби нет, никто нас не хочет съесть. Вот, и в принципе можно ходить, но во всяком случае их меньше, может они там где-то в пещерах прячутся днем. А ночью же вылазят всякие зомби, скелеты, криперы, шмиперы, и их основная цель нас убить. Да, вот так вот все невесело. Так вот, наша же основная задача выжить в этом коварном мире. И вот в первый день... наша основная задача, это как можно... Кстати, чё я долблю это... О, вот ачивку мне дали. Чё я долблю... обычным поленом, когда я могу уже сделать верстак... Сделать... Вот как эта штука работает? Я вот еще не разобрался. Ага, вот. Теперь разобрался. Так, ну палок мне столько, наверное, не надо. Мне вот столько, наверное, хватит. Да, вот тут вот... Разобраться? Ага, все. В общем... Что мне надо сделать? Мне нужна кирка. Мне нужен топор. Вот. Мне нужен... Пригодится лопата. Так, и меч. Вот это, кстати, процесс крафта. То есть мы вот так вот берем и крафтим наши вещи. Вот все так достаточно вроде бы просто. Вот так. Вот мы скрафтили первоначальные инструменты. Деревянные, это, насколько я помню, самые, в общем, плохие из всех, что тут есть. Но... Хоть какие-то скрафтили. Так. В общем, нам нужно по максимуму в первый день затариться. Ну, как затариться? В общем, дерево нарубить. Это главная наша задача. О, музычка пошла. Сейчас я музычку потише сделаю. Так, ага, вот она тут. Ну, вот так вот. Даже вот так. Вот. Чтобы музычку не было слышно. В общем, наша задача крафтить, крафтить и крафтить. Вот, и чем больше мы накрафтим в первый день дерева, тем нам легче будет. Ну, как, это, в принципе, можно это его и не крафтить. Просто я вот играл, мне почему-то постоянно дерева не хватало. Так, где-то я тут видел пещеру. И смотрите, после того, как мы... Вот, кстати, в этих пещерах может быть опасно. Блин, вот не хочу я идти в
в пещеру без оружия, без брони. Потом в процессе мы будем делать оружие. Вот, кстати говоря, еще нам нужна еда. О, слышали? Какой-то такой рык. Где? Может, это под нами? Тут, кстати, можно порой слышать и не видеть, откуда же на нас рычат, а это на самом деле... А это на самом деле там где-нибудь за стенкой зомби. Ладно. В общем, нам нужна еда. Вот я тут грудинку куриную добываю. Еще перья. Кстати, не знаю, зачем перья нужны, но... Ну, в принципе, вначале они, я думаю, не пригодятся. Вот. Вот эту траву рублю, из нее выпадают саженцы всякие. Я, честно, не знаю, как их использовать, но мне хочется их научиться потом использовать. О! Вот смотрите, вот я думаю, вот тут вот как раз первый наш дом и, наверное, и будет. Так. Ну, смотрите, после того, как мы накрафтили деревья, наша задача сделать себе хоть какое-то жилище там. Землянку вырыть, что угодно. Вот, собственно, я этим... А, я затопил свой же собственный дом. Блин, ну я нуб. Ну, да, кстати, по поводу Майнкрафта я действительно полный... Ну, хотя как... Ну, в принципе, да. Вот. Не буду скрывать. А что скрывать, если оно так и есть? Так вот, после того, как мы так ступеньки сделаем, чтобы можно было залезать. Вообще, вот тут вот уберу эту воду вот так вот. Да, прелесть этой игры в том, что мы можем строить вообще любые здания. Любых там форм, размеров и так далее. Так, вот, кстати говоря, нам бы сейчас камень найти. Ну ладно, камень-то мы найдем. Камень — это не проблема. Знаете, где мы его найдем? Все, пусть у нас будет... Камень обычно он там в глубине есть. Да, он, видите, уже беленькая появилась. Сейчас мы найдем камень. Ничего страшного, в принципе. Так, а я, в принципе, уже спрыгнул. Вот он, камень. Начнем собирать камень. Опять же, чтобы собрать камень, его просто так рукой не соберешь. Ну, то есть разбить-то рукой можно. Но чтобы его вот именно собрать... Видите, такой как бы кубик выпадает. Вот это как раз мы скрафтили камешек, он нам в инвентарь добавляется. Вот чтобы его собрать, нам нужна кирка. Хотя бы деревянная. Ну, точнее, первоначально только деревянная, потому что... Чтобы сделать каменную, нужно камень сначала собрать, а как вы его соберете без, собственно говоря, кирки. Так, ладно. Все, будем считать, что первоначальные продукты, что ли, мы получили. То есть для выживания в первую ночь. Так, кстати, как мне теперь выбраться? Ну, тут вообще проблема-то не очень большая там с тем, чтобы выбраться. Всегда можно поставить блок. Так, все, тут у нас будет наш дом. Чтобы его, ну, как-то обозначить, я вот тут вот построю такую стелу. Высоченную такую. Пусть она вверх вздымается, вот так вот. Ой, сейчас бы не умереть. Ой, сейчас бы не умереть. Попробую прыгнуть в воду. В воду! О, да. У меня получилось. Так, в воду можно прыгать с любой высоты и ничего не будет. Вот это вот обозначение нашего дома. Я как бы играю без карты. Я считаю, ну, пока мне нужно научиться играть без модов, да? Вот. Потом уже будем играть там с модами. Ну, в общем, теперь мы можем найти наш дом. И пока ночь еще не наступила, нам там особо нет смысла бежать. Ну... Блин, а это что, у нас такой дом фиговый? Ну ладно, пусть будет у нас такой дом. Ладно, я сейчас скрафчу тут ту же печку, чтобы сделать уголь и сделать... Вот видите, как печка крафтится? Вот так вот по кругу выставили и все. Так, теперь мы можем поставить печку. Сейчас нам нужен уголь. Смотрите, уголь можно сделать довольно легко. Берем дуб и начинаем топить его, ну, к примеру, досками.
Все, и приготовится уголь. Пусть он пока готовится там. Ой, тут уже, кажется, время идет к первой ночи. Да блин, что ж я не могу. Ну вот да, еще не освоил я тонкости паркура местного. К сожалению. Так вот, пока день. Нам можно походить, еще поискать. Вот главное не потеряться в этой игре. Блин, это самое главное. Ну, в принципе, как, если потерялись, всегда можно еще лагерь разбить. И ничего там страшного не будет. Построить еще лагерь. Ну вот уже темнеет, уже темнеет. Вот я, пока время еще есть, курочек тут пособираю. Главное не потеряться. Всегда держите какой-то ориентир. Не уходите. Ух ты. Я... О, коровки! Коровки! А за коровку-то что дают? Что, ничего не дают? О, мясо дают. Блин, нам, кстати говоря, чтобы с коровкой все хорошо было, нам нужен, по-моему, уже каменный меч. Ну все, уже ночь, поэтому побежали быстро. Быстро побежали в хатку. Тут сейчас зомби повылазят, нам по башке настучат, и все. Мы проиграем. Поэтому нам нельзя ни в коем случае этого допустить. Так, вот где-то тут наш домик. Где? Ага, вон там. Там. Вот, все, сюда заходим. В первую ночь там не надо, наверное, заморачиваться с дверями, там, с этой красотой. Все, вот так вот закрыли блоком. И все, вот тут у нас наша норка. Так, здесь уже нам сделался уголь. Сейчас мы возьмем из этого уголя, скрафтим факелы. Факелы крафтите сразу в большом количестве. Вот shift можно зажать, щелкнуть, и они скрафтятся. Так, я помечу там выход, чтобы не запутаться. Тут все освещу. Так, все, хорош. Все, уголь есть. Дерево оставим пока чуть-чуть. Так, все, теперь нам надо поджарить, ну там, ту же говядину. Кстати говоря, смотрите, у нас есть... вот эти инструменты деревянные, ими тоже можно топить. И на самом деле неплохо. Вот курятину сейчас там. Сейчас возьмем. Ими тоже можно топить. Они нам просто не пригодятся. Вот. Ну ладно. В принципе, первый день, я думаю, мы успешно добыли первоначальных нам вещей, первоначальных ископаемых. Вот, самого первоначального крафта. Думаю, у нас получилось успешно прожить первый день. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.